период уныния и депрессии, человека с этим именем лучше поддержать и поговорить. Взамен вы получите преданного товарища, которому можно будет доверять до конца жизни. Необычайно волевые люди, наилучшие сферы приложения их усилий те, где во главу угла ставится способность преодолевать препятствия, бороться до победного конца. Владельцы этого имени обладают высоким интеллектом, творческими способностями. Значение буквы «Ю» символизирует упрямство и настойчивость, взрывной темперамент, непредсказуемость, желание выделиться из толпы, стать центром внимания. Обладатель имени иногда бывает бестактен, легко идет на конфликт. С одной стороны, и владельцев этого имени знают как людей, ответственно и серьезно относящихся к жизни. С другой же, они тянутся к путешествиям, неупорядоченному существованию. Большинство из этих людей руководствуются своими собственными нормами поведения. Звук «Л» говорит о сильно развитых родственных чувствах. На слух звук «Ю» в этом имени воспринимается неоднозначно. Буква «Ю» в этом имени дает гибкость мышления. Квартира без сквозняков, шуба из натурального меха и полный деликатесами холодильник вот могут стать пределом мечтания этого имени. Они способны с легкостью начать любое дело, но иногда падают духом, отходят в сторону и пускают все на самотек. Эти люди нуждаются в свободе мысли и поступка. У них ясный проницательный ум, огромный интерес к окружающему миру. Они быстро загораются новыми идеями и также быстро их оставляют, как только их увлекает что-то новое. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.